Разработка и реализация интерактивного курса в высшей школе. Учебное пособие. 2017 год. Автор Мельниченко Роман Григорьевич. Рецензенты Давыдова Марина Леонидовна и Витютнев Юрий Юрьевич. Настоящее учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным стандартом на основании опыта по разработке и реализации интерактивных образовательных проектов в высшем юридическом образовании. Учебное пособие будет интересно тем, перед кем стоит задача или разработать интерактивный курс, или усилить интерактивную составляющую уже читаемого курса. План учебного пособия. Первая глава. Виды интерактивных форм обучения. Первый параграф. Интерактивная лекция. Второй параграф. Интерактивные практические занятия. Третий параграф. Интерактивность итогового контроля. Четвертый параграф. Интерактивность при написании дипломных и курсовых работ. Вторая глава. Коммуникационные трудности интерактивной формы обучения. Первый параграф. Понятия и виды коммуникационных трудностей в интерактивной форме обучения. Второй параграф. Шум в аудитории как вид коммуникационной трудности образовательного процесса. Третий параграф. Уклонение от ответа как коммуникационная трудность. Третья глава. Хроника реализации интерактивных образовательных проектов. Первый параграф. Интерактивный образовательный проект. Второй параграф. Хроника реализации интерактивного образовательного проекта по дисциплине международное право. Третий параграф. Хроника реализации дистанционного интерактивного образовательного проекта «Медиация. Базовый курс».